Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 5 марта 2021 года на территории республики зарегистрировано 39 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 29 случаев. Два случая зафиксировано в Копейском и Тампонском районе, в Мирнинском районе зарегистрировано 3 случая. По одному случаю остались зафиксированы в Алданском, Вилюйском и Нерюнгринском районах. Необходимо обратить внимание на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в двух таких районах республики, как в Кобяйском и Вено-Бытантайском. В связи с чем перед оперативными штабами районов этих двух улусов поставлена строгая задача непосредственно жестко соблюдать и усилить ряд ограничительных мер, которые предусмотрены в целом на основании указов главы республики Саха-Якутия. Лаборатории, медицинские управления Роспотребнадзора продолжают работать. За сутки проведено 2110 исследований. Всего с начала пандемии у нас обработано 974 084 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближаются праздничные дни, приближаются дни выходные. В соответствии с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения как норм, установленных указом главы Республики Саха-Якутия в части проведения корпоративных мероприятий, мероприятий с большим количеством людей. Необходимо обратить внимание, что действующие ограничения действуют на территории республики и непосредственно действуют прежде всего в ваших интересах. В связи с этим как масочный режим, так и режим соблюдения социальной дистанции должен оставаться сегодня одним из наших приоритетов для того, чтобы непосредственно не давать возможности увеличению количества случаев новой коронавирусной инфекции. Несмотря на достаточно благоприятную ситуацию в части уменьшения количества выявленных случаев, количество тяжелых случаев на территории республики остается неизменным. И на настоящий момент врачи также даже в праздничные дни, а большинство из них женщины, маленькие, хрупкие женщины наши якутские продолжают бороться наравне с мужчинами с этой достаточно тяжелой болезнью. И поэтому хочется обратить внимание на необходимость, прежде всего сейчас, поздравляя своих мам, старших сестер, бабушек, старших коллег по работе, обращать внимание все-таки на соблюдение норм, которые есть. Кроме того, безусловно, на настоящий момент сейчас существует такое понятие и всегда существовал ажиотаж 8 марта. Необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции. В республике продолжается вакцинирование. На 5 марта 2021 года в республику поступило 56 412 доз вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня у нас использовано на территории республики 93,4% всей поступившей вакцины. Это достаточно высокий показатель использования вакцины на территории республики по сравнению в том числе и с другими субъектами Российской Федерации. Уже 52 224 человека получили первую вакцину, вторую вакцину получили 25 397 человек. Хотелось бы обратить внимание, что на настоящий момент наши медицинские учреждения продолжают запись на вакцинацию. В полном объеме заключены все соответствующие контракты и ждем поступления новой вакцины для того, чтобы продолжить в том числе и вакцинацию. И необходимо обратить внимание, приоритет вакцинирования должен отдаваться в том числе и лицам старшего поколения. Впереди выходные, у вас есть возможность вновь встретиться с семьей, поговорить со своими старшими и принять все меры безопасности для того, чтобы после уже праздников нам, соответственно, провакцинировать и старшее поколение в Якутии и, соответственно, снизить в том числе и количество тяжелых случаев. Спасибо.